покормят духов, побросают кедровые шишки на удачу, сразятся в перетягивании ремня из шкуры нерпы и поедят ухи. Национальный обрядовый праздник нерпы Ололо отметит Камчатка уже в эту пятницу. Он пройдет в Палане. История национального праздника береговых коряков насчитывает тысячелетия. Праздник отражает знания о быте, укладе жизни и традиции древних представителей коренного народа. Как рассказали в Краевом министерстве культуры, программа праздника включает в себя обряд очищения, кормление духов, подношение морю и кормление нерпы, перетягивание ремня из шкуры этого животного, угощение ухой, толкушей и другими национальными блюдами, а также бросание кедровых шишек на удачу, богатство и здоровье. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.